телеведущий Леонид Якубович дал комментарий относительно опасений сборной Англии, которая остерегается отравления на чемпионате мира 2018. «Я бы проверяла мяч. Иногда он попадает в лицо, и некоторые в этой связи и начинают этот мяч облизывать. Надо проверить, а еще футболистам нужно в России аккуратнее целоваться, а то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом. Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции. Этот план уже введен в действие, это совершенно точно. Есть такая информация из Министерства обороны, будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет», цитирует Якубович НСН. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Англии встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом. Будь в контакте со спортом.